И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А что с масками? Рожа-то у меня приметная. Геральт, я вижу, ты уже снарядился. Думаешь, это какой-нибудь талисман? А я приготовлю маски для остальных. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом, убью собственными руками. Если ты боишься, что кто-нибудь выдаст, тогда пойдем все вместе, немедленно. Возражение? Кому-нибудь нужно еще время? Тогда пойдем. Можем начинать. Отлично. Всего один патруль. Твоя микстура, должно быть, сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. Три, два, один. Все чисто. Давай. Гребаные птицы. Вечно все заскут. Что? Я вам покажу. Патруль идет сюда. Все наверх. Быстро. Ох, ё. Лучше бы уж было взорваться. Внутри же никого не должно быть! Видно, мой информатор ошибся. Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала. Ты знала, на что идешь. Сейчас не время для обсуждений. Верно. Отступать нам уже некуда. Так что надо переть вперед, как бы там ни было. Золотые слова. Если здесь один стражник, впереди могут быть еще. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. Ладно, надевайте маски и идем. Письма, видно, старинные. Как и шнурок. Это была настоящая любовь.
Пока что чисто. Тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Хорошо. Но все равно держите ухо востро. Я и держу. И уже заметила кое-что. И потому мы поднимем начальную цель. Что? Стража! Стража! Ну все, сука. Хана. Ты говорил, что? Я знаю, что говорил. Вперед, пока они не подняли тревогу. Геральт, береги! Остановите его! Не дайте ему уйти! Закрылся изнутри. Дьявол! Черт! Сдавайтесь! У вас нет шансов! Посмотрим. Но у нас есть заложники. Пощадите! Считаю до трех и входим. Раз, два... Еще один шаг, и здесь начнут гибнуть люди. Спокойно, давайте договоримся. Озвучьте нам ваши требования. Выторгуй нам немного времени, Геральт. Я не стану заслоняться этими людьми. Я выпущу их. Ты спятил? Ты знаешь, что тогда будет? Да. А ты знаешь, что будет, если ты попробуешь мне помешать? Прочь с дороги! Ну! Благородный поступок. Суд наверняка признает это смягчающим обстоятельством. Даю вам минуту, чтобы выйти по одному, с поднятыми руками! Я выхожу. Через дымоход. Здесь стало слишком жарко. Удачи, господа. Я бы с удовольствием с тобой пошел, барышня. Но габариты не те. Рад был познакомиться. У вас был шанс. В атаку! Ты все еще упражняешься с деревянным мечом? Иди и делай свое дело, Казимир. Мы задержим солдат. Ну что ж, как угодно. Ну что, ты доволен? Совесть чиста? У меня свои принципы. Левать, я хотел, что ты о них думаешь. Верно. Вскоре наши дороги все равно разойдутся. Идем в сокровищницу. Она должно быть уже открыта.
А красиво бабахнуло! Громковато, правда. Надо было добавить больше гремучего серебра. Хотя... Меня это не интересует. Никого это не интересует. Идем. Геральт, ты впереди. Почему я? Потому что я за этим тебя взял. Топай, времени мало. Те же картины были на аукционе. Те же картины были на аукционе. Да ты знаешь, с кем тягаешься? Еще бы. Знаю. Даже слишком хорошо. Эвальд? Привет, братишка. Сколько лет? О, чтоб меня понос прохватил! Изволь объяснить нам, Эвальд Барсоди, какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть. За предательство. Годы нищеты. Унижений. Это мне отец завещал аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства. Лишил всего. Потому что все, что мы заработали, ты стал спускать на карты и девок. Отец этого не видел, а я еще как. Это тебя не оправдывает, Хорст. И жизни тебе не спасет. Вы двое вступитесь за меня, а я помогу с реданцами. Дам все, чего пожелаете. Отчаянная попытка подкупа. Раз, два и три. Что ж, желающих нет. И так возьмем все, что захотим. После того, как вырвем тебе ноги из жопы. Золотые слова. Взять их. Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодной. Но и горячей тоже неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси все, что хочешь. Правда? Неужели все? Все. Перепиши на меня все, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь. Пятнадцать лет! В каналах! Как зверь!
И ты еще смеешь просить? Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но боюсь, что ты его не получишь. Видишь ли, там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит все. А Геральт из Риви, которого ты обманул? Что ж, ему придется взять себе что-нибудь еще. Мужики, мужики, успокойтесь. Не вынуждай меня. Вдруг я захочу взять твою голову? Ты ранен, утомлен. Похоже, у меня неплохие шансы. Ха, глупое решение. Впрочем, как угодно. Давай быстрее, пока солдаты сюда не добрались. И я к твоим услугам, ведьмак. Казимир, стань на мою сторону. Я сделаю тебя казначеем. С жалованием в 1000 крон. Прости, Геральт, но деньги есть деньги. Сам понимаешь. Хайло! Свечки. Через минуту здесь будут солдаты. Черт побери, где этот тайный ход? О, сквозь щели дует. Ход должен быть здесь. Только как его открыть? Как раз вовремя. Надо отсюда смываться.
О! Сволочь! Вот сука! Проклятые силы! Тьфу! Ав! Куда летишь? О чем селедка? А по крайней штука. Ну, подожду, пока подешевеет. Надо поговорить. Я весь внимание. У меня для тебя кое-что есть. Люблю подарки, но распаковывать их лучше без свидетелей. Эй, ребята, присмотрите за бочками. Я пойду потолкую с Геральтом. Пойдем. Уже лучше. Ну хорошо, что у тебя есть для меня? Дом Максимилиана Барсуми, как просил. Хорс, должно быть, взбесится. Не взбесится. Нет? Потому что его нет в живых. Его брат, впрочем, тоже. Ну и еще нескольких. Вот это да. Я и не думал, что у тебя духу хватит устроить такую резню. Я могу устроить резню и побольше. Например, когда разделаюсь с нашим контрактом. А ты и вправду меня не выносишь, да? Не выношу тех, кто в наглую пытается меня использовать. Поэтому и погибли оба брата. Поэтому ты должен поостеречься. Я уяснил. А вот тебе мой совет. Не плачь над семьей Барсуми. Сплошные ублюдки, все до единого. Так ты знал, что у Хорста был брат? Ну, в общем, да. Эвальд был известен в определенных кругах. Это в каких? А в таких, где благородному ведьмаку не место. Он убивал за деньги, не моргнув глазом, без единого вопроса. Зато всегда с фантазией. Если бы не эта чертова фамилия, я бы взял его к себе в компанию. А зачем тебе бумаги? Чтобы утопить Барсуми. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья хотя бы раз в году на Билетейн не пожмут друг другу руки, аукционный дом должен пойти с молотка, а все вырученные деньги переданы госпиталю Вельмерия. Старичок предчувствовал, чем дело кончится. Да. Правда, и Хорст, и Эвальд уже в земле. Но благодаря этим бумагам аукционный дом теперь не достанется их наследникам. А у госпиталя будет достаточно денег, чтобы лечить сироток и нищих бесплатно. Потрясающее благородство. Так заботиться о нуждающихся. Да шли бы они в жопу, эти нуждающиеся. Пусть провалятся со всем этим городом. Тут дело было в другом. Вместе. Чем тебя так достали эти Барсуми? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. Тебе это правда интересно? Стал бы я спрашивать. Ха, как всегда, дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, не урожай, проигранный суд. Ну, знаешь, как оно бывает. Пришла беда, отворяй ворота. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсуми скупил все наши векселя и потребовал немедленной выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку, но все без толку, все как об стенку горох. Потом я был на аукционе, смотрел, как какие-то надушенные пезды забирают саблю моего отца, портрет покойной матери, сбрую коня моего брата. О, Хорс славно нажился на наших реликвиях. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это еще только начало. Когда родители моей Ирис узнали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха ей нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума от злости. Пошел в корчму,
Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парня. И что было дальше? А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Что-нибудь еще? Думаю, нет. Поеду развлекать твоего брата. Ни дна тебе, ни покрышки. А я всего одну выпил. А я всего...